Всем привет. День четвертый. Разминки весенней. Полдня, да, сегодня времени немного. Заедем еще в одно место, в старое, посмотрим, чего оно нам даст. В принципе, там тоже не пахали. Скос прошлогодний. В прошлом году там не ходили, по-моему. Не ходили. Ну, так ты смотрел еще, когда там. Да. Смотрели, так что сейчас покажем, что там будет. Вот вчера на тех полях ходили. Вон там. Они идут. Там вот за рекой. Вчера не очень было. Здесь раньше много чешуи собирали на этом поле. Так сегодня будет непонятно. Так, первый сигнал монетный. 34-й годик. Душечка 34-го года, совет. Мы же в прошлом году практически не смотрели. А мы не смотрели, мы тогда по траве здесь, она высокая была, ее скосили, но плохо. Да. Прошли там 20 метров, уехали отсюда. Там обрабатывают что-то. Не начали бы пахать вот эти поля. Ну, в принципе, если был бы кайф, да. Потому что как-то. Ну, это-то вот это вот самое дальнее поле. Да вот вчера по нему и лазили. Вон там, точнее, вот. Вон там. Сейчас идем от деревни. А мы идем с той стороны, там травой все заросшее. Была дорога. Была дорога. Сейчас трава лежит, посмотрим. Ребят, ну у нас прям радость сегодня. Вот сколько копаем, никогда не находили. Обломки находили. Да, обломки находили, целые ни разу не было копаушки. Ни разу. Какая красивая. Смотрите, какая прикольная. То есть девушка сверху, судя по всему. И лопаточка. Ну, чуть-чуть гнутая, но целая. А может, это... она такая была? Ну, не гнутая, точно. Даже петелечка сохранилась. Ну, блин, зачет. Ой, блин, прикольно. Шикарно. Вот это здорово. Погода, солнце светит. 16 градусов. Следующий сигнальчик. Гнутый перстенек. Был когда-то с камушком, но уже теперь, к сожалению, нет. Идем вот сюда на траву. На улегшуюся. То есть залезли за деревню. Здесь вот так вот лежит трава, но здесь вечно заросшие. То ли авины здесь были, то ли огороды. Хрен его знает, что здесь было. Здесь куча срубы старого вальса. То ли здесь может быть. И уходит вон туда. Вот туда накат уходит. Мне кажется, это охотники. А здесь какое-то строение стояло. Может, баня, может быть, что-то еще. Но место интересное. Клещевальня, естественно. Даже не без них. Так, у Любы советик. 35-го года. Что, солнышко? А у меня вот такая вот сережечка, что ли, или привесочка какая-то. Целенькая. Старая. А может, кулон. А может, кулон. Вот смотри. Сегодня какие-то интересные находки дедушка дает. С эмалями. Ну да. Кто знает знатоки, расскажите, что это такое было. Не, ну оно есть, оно целое. Как сова. Ну нет, не сова. А, тут еще вон эти. Да, Люба. Ну да, наверное, сергали, привесочка какая-то, фиг знает. Здесь еще что-то, висюльки какие-то были. Класс. Вылезли из травы, больше ничего не нашли. Здесь на поле монеточка, потертая Екатеринка. Время, к сожалению, заканчивается у нас. Сейчас был у меня сигнальчик «Медный бунт», но я снимать не стал. Следующий рам будет, щитовичок. Пятнашечка.
Сегодня немного находок, но мы и ходим-то 2 часа, господи. Так, сигнал. А вторая, да? Так, уехали с того поля, переехали чуть-чуть в другое место, посмотреть дорогу. Да, она есть вот там, но здесь клещевальня. Кстати говоря, есть, да, одно средство от клещей. Я в следующий раз сниму по нему кусочек ролика, покажу, что это такое, как это работает. Сейчас я проверял прямо на клеще, действительно действует. Ну, это циперметриновая группа, покажу. Так, а мы завершайку. Походили несколько часов, ну, часика 3 буквально. Советики, кусочки крестика, гнутый перстенек, 1/2 серебром, рамочник, ой, щитовичок, гирьки. Вот эта штука прикольная, в зачет уходит, висюлька целая. Ну и вот это, конечно, бомба вообще. С девочкой с какой-то. Сейчас покажу. Потом отмоем, сфотографируем. Целая капаушечка. Вот так вот походили. Спасибо, что вы с нами. Всем пока.